Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала, в котором идет игра в настольную цивилизацию. Вау, классно, обалдеть просто. Но если вы не видели первую серию, то все таки рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к этому видеоролику есть. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Полейте за меня. Во-первых, я культуру получаю наконец-то. Я могу ее наконец? Или да, в фазе только города. В фазе города. Ну, я тоже хочу посмотреть. Зашибись. А, ну и, собственно, видимо, все. Фаза старта, Ваня. Так, а вот это у меня монетка лежит. Я ее на чем-то заработал или что? Случайно он отваляется. Она, возможно, случайно валяется. Это самое. Ну, я ничего не выигрывал. Да, здесь ты не побеждал. Да, случайно. А тут единственное, что, смотри, ребят, по новым же правилам на Рейлроуде нету куда этого лучше засейвить, монетки. Типа, а по старым есть. Мы играем по новым или по старым? Типа, территорию. А где по старым? Тут нету монетки. Так это новые. А, нет, ну по новым. Мы же что, монетка это лучше? Да, не знаю. Это вообще не поможет. А, да. И монарху сделать. Но монархия... О, анархия там. Да, металлургия. Так, ну давайте. Окей. Фаза старта. Ну, моя фаза старта. Фаза стартишь меня? Да, ты вот, знаете, анархия. Анархия? Окей, анархия. Демонархия, столица. Потом, ну, типа, тебе вот здесь вот делаю воду. Окей. Да, так, сейчас мы будем дать им анархию. Где вода? Коммунизм. Клетки местности где-то в другом месте валяются. Да. Здесь вода, да? Дайте мне клетку. А, он нашел клетки воды. Потом с тобой я меняю технологии первого левела. Круто. То есть я могу тебя выбрать, да, какую-то тебе. Которую у тебя нет. Где вода у кого-то? У тебя гончарки нет, походу, и бичи. Гончарное дело нету. Все свое есть. Нет, я письменности тоже нету. В общем, надо решить, что лучше, гончарное дело или письменность. Я у тебя хочу что-то закрыть. А библиотека где? А, библиотека одна осталась. Блин, вот закрыть. Уходи меня. Потом я меняю себе на эту херню. Я теперь буду республикой. И основываюсь в городе здесь. Ресурсоемкое действие только одно на ход можно делать, так? Да. Не, ну в смысле именно одной технологии. То есть у тебя. А, то есть я могу, я помню. Объясняю, что там за гончарное дело, что инвестиция одной монеты. Типа ты скидываешь любых два ресурса, и за это тебе дают монету. А просто, еще просто. А это просто, типа, карты, изначально ты можешь, типа, две карточки, да, культурных на руке держать, а с каждой такой вот фигней ты можешь еще плюс одну. Да. Так, я сделал. На моей стартовой фазе я получаю с панамского канала монетку и сразу же ее инвестирую. Дайте мне одну инвестицию. Так, потом. Что это можно сделать? Узорное все. Больше ничего. Я инвещу сюда. Я даже не знаю. Ну, блин, все равно не хватает. У него больше, просто больше. Так. Юзаю обмен идеями, еще один на металлургию. Отменяю. Отменяешь? Чем? Любым отменить культурное событие. Смысл выкладывался, когда у меня ноль карт. Подожди, не отменяю, походу. Это не культурное, это культурное? Да, ну блин, прикол, что тут написано, типа, нацеленное на меня, мою фишку, вашу посылку. Нет, это не отмена. Фишка в том, что он убивает моего юнита там и убивает всех моих юнитов. Ну, в смысле, так, не убивает. Раньше. Я хожу раньше, но он здесь ставит просто в городе юнита. Я же не знал, что Ваня нахрен. Здесь нет еще. Еще нет, он сейчас на строительстве ставил. Деревом технологии, сейчас у меня 6. И все, и что у меня там убивал всех моих юнитов, а потом спокойно захватил столицу, с тем мне так не помогает. Так, я с тобой меняюсь чем-то? У тебя есть что-то того, что у меня нет скотоводства, у меня нет лесной грузы. Да, ты забираешь. Ажидация мне, наверное, не нужна. Я думаю, скотоводство, наверное, надо взять. Ну, я о чем-то буду сейвить, я надеюсь, что я что-то возьму хорошо. Типа уничтожать фишку или типа того. Такая фишка не поможет, у него все равно он двумя может напасть. Так одну ты что, одну не отдефаешь? Одну не отдефаешь, главное, чтобы он тебя просто не убил твоей армии, а ты еще закупай армии на все. Три армии, что тебе не хватит, чтобы отдефать, ты гонишь.
Ну, не знаю, посмотрим, что будет. А, и тут вот просто три таких можно. У него синие грейджены и красные. Вот это просто идеальный вариант. Взять просто три этих штуки. Ладно, мы сейчас торговля уже? Или что? Фаза старта мы закончили. Фаза старта закончили. Все, торговля. Стоп, извиняюсь. Фаза старта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Фаза торговли, да? Считаем. Вот, бля. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 13, 14, 14, 15, 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 5, что-то мало. Раз, два, три, нет, блин. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Так, у меня что? Ну что, с кем-нибудь что-нибудь торговать? Ну, не хочешь мне там шелка дать какого-нибудь для завидного? Совершенно случайно. Для 20 лет торговли и для... Не понял шелка. Со мной никто не будет торговать. Да, тебя убивать надо срочно. Да? Тебе. Срочно, прямо сейчас, иначе капец. Так, окей. Иначе капец. Блин, хотя... Ну ему не надо брать столицу, он в этом ходу мой этот город берет. Разница. А у тебя есть ресурс? Блин, я бы тебе дал шелк. Слушайте, мне нужна одна торговля. Я могу тебе дать один домой. Ошибись. Я не знаю, он мне сейчас убьет город, еще одну теху получит, короче, вообще. Он банковское дело ловит, строит. А, ну все понятно, короче, точно будет. Вот этот город убивается, он берет банковское дело и строит на следующую хату Биг Бен. И никто ему ничего сделать не может. Сидят. Ну просто сейчас подсказал, он об этом даже не думал. Так что зря. Все приходит, как это сказать, со временем. Да, он доходит в город. Этот город вообще никак не дефается. То есть столица, если могла еще что-то делать, то этот город вообще нет. А мне кажется, что... Если ты нужно делать... Просто изи, ослабляешь пацана, и он уже ни хера не третьего очень. Уровня. Так если я теряю этот город, я все равно уже проиграл, даже если нужно теху изучу. Ну, мне кажется, с тремя карточками. Армии. У кого там что апнуто? У кого кавалерия не первого уровня? У меня кавалерия второго, а не пехота второго. Это у желтого? Да, желтый. А у красного пехота второго. Второго и пехота второго, да? Так, у зеленого. Кавалерия второго и зеленые третьего. И зеленые третьего? Ну, лучники. Лучники, да. Это нужно отдать фишечку там второго. Третьего, да. Вон они у тебя лежат. Блин, просто никак не дефаюсь вообще. Сейчас задефаю. Ром, у тебя что? У меня пехота второго. Всем селом надо дефать. Он сейчас наберет кучу крутых карт. Блин. Хотя здесь его фишка. Так, у меня только пехота третьего. Это я уже поставил. А, ты там город поставил. И все вроде. У тебя просто был шанс, что ты подведешь сюда. Кого? Своего юнита. Никого не хочу подводить. Ладно, что сейчас? Торговля сколько закончилась? Город. Все, значит, сейчас городские фазы. Леш, твоя городская фаза, давай. Так, значит, смотрите, у меня... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 14. 8, 16. Нет, 8, это у тебя же не подвижно. Ну, вот же город. Вот. То есть у тебя здесь раз, два, блин. 4, 5, 6, 7. Дай мне еще торговлю тогда. Ну, уже на самом деле поздно. Так я неправильно посчитал, где у меня города. А сколько тебе торговли? Так, сейчас.
15. 7, 14, 15, да? А тебе нужно 20? Нет, мне 18. Ну, 18. Мне нужна вода очень срочно. То есть, ну, то есть у меня нужно еще 3? 9, 9 торговли лишних. Ладно, тогда не надо. Ну, в любом случае, я пользуюсь инженеркой. Здесь я строю за 9 пехоту. Да, штука за меня. Там не заходит. Так. И остается у меня еще 6, я так понимаю. Все понятно. То есть 15, если я использую, 6 еще остается, да? Приплыл, говорит. Использую. Блин, нужна шурма. Одно производство, 7, и строю здесь гавань. Последнюю. Так, и мне еще этот город. Тут производство у меня 4, да? Ну, здесь я, наверное, просто, да, 4, просто пшеницу соберу и все. Ну да, пшеницу мало. Пшеницу соберу. А, и наконец я могу культурку, да? Инвестировать. Да, ты тоже можешь в фазе города. Да. Так, я насобирал. А, металлкастинг. Собирал наконец-то 3 культуры. У тебя металлкастинг есть? Нету. И там металлкастинга нет. У меня еще 3 культуры. Двух целок. 3 культуры инвестирую. Так, сколько у тебя силы? 8, да? На один передвигаюсь и беру одну... Где культурные карточки? Вот это? Да, это первый уровень. Первый уровень. И вот у меня что... Какое событие культурное? Ну что, живи. Ну, будем живи, отжирайся. Ты должен отжираться. Спасибо, Ваня. Без тебя я это не понял. Это вот сейчас был решающий просто момент. Ну что, там... Чехов, Алёша еще. Вот ну что, Ваня, может договориться? А что? Все, я... Я не побеждаю на этом ходу, а ты не побеждаешь вообще. Отличный договор. Ваня, давай, твоя городская фаза. Колдуй. А, свои колдовские культурные, короче, дела. Окей, сразу типа добываю. Короче, добываю кальян, сразу сливаю. Это 7. Я собираю. Ну, я на самом деле для начала на раз-два пройдусь. На раз-два. Это мне надо минус 6 воды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если бы я не инвестил в милитари, я вообще бы меня просто раздавал. И 6 этих, мне 2 сдачи. Такой шарной стим генерал, я не могу. Ну, конечно, шарной из двух выбирал. Что из двух? Ну, я же выбирал из двух. Я тянул 2 карточки и тянул из двух. Чего? Грек. Почитай, грек. Грек? Да. Each time the Greeks gain a great person, they draw... Так, что тебе надо? Как тебе помочь? Подожди. Не знаю. Ты строишь фишку здесь, приводишь ее сюда, потому что ходишь раньше, и в фазе похода убиваешь его фишку. Единственный способ. Что нет, тебе просто для драки я тебе могу потом что-нибудь дать. Не в этом смысле. Уже дать, скорее всего, 2. Уже дать не можешь, потому что... Ну, потом дам, так подожди, сейчас я могу переместить до 3 квадратов. Нет, в смысле, ты мне карточку не можешь дать. Да за жопу, я говорю, сейчас я могу переместить его какую-нибудь фишку до 3 квадратов. Да, да. То есть, например, вот эту туда ты ставишь... Не, стопэ, 4 от твоей фишки. Вообще-то, где хочу. Просто любую, в любую, да. В любую? Да. А, если убивает, то единственное, что делает. Ну да, если ты уберешь его оттуда, ну только как, куда ты его уберешь, не через воду. Раз, два, три, он все равно делает раз, два, три, четыре, пять. Ну то есть, он все равно такой. Убирай, значит, одну из двух, к себе, например, в город. Лучше вот эту, эту можешь убрать так, чтобы она до этого города не дошла? Раз, два, три. Это раз, два, три, четыре, пять. Не доходит хотя бы. Видишь, сюда можно, да? Ну, да. Ну, собственно, да. Лучше ее туда. Раз, два, три, потом раз. А ты посчитай, если ты его двинешь на три, чтобы он твою фишку не насадил. Не. Так он мою фишку там в любом случае на сайте. Я не могу убежать оттуда. Понимаешь? Заперта. А какая нахрен разница? Все равно ты по приколу сюда станешь. Нет, я-то туда все равно стану. Понятно. Ну там будет. Ну, он меня там убьет. Вопрос в том, что как бы хрен его знает, что там будет. Ну только у Рома будет всего 3 карты, а у меня будет 5 карт. Может даже больше. Ну пофиг, я тебе на следующее это и дам потом. Отводи вот это, чтобы он в город мой хотя бы не зашел. Ну бы. Хорошо. То есть да, он, столицу он взять. Да, да. Столицу будет взять не может. 22. Фаза так, города. Карточка это двинул, все понятно. Так, это, короче, этим. Этим добываю 8. Нет, я же говорю, столицу он не сможет взять в этом ходу. Этим добываю 8, этим добываю 5. Короче, еще
13. Ой, все, короче, никак в жизни больше, кроме как на армии, военную победу играть не буду. Это просто капец. Ну нафиг. Эти экономики, ой, культуры, как эти... Как военка не заходит всё в последнее время? Только армия, только хардкор. Ты мне скажи, ты сейчас же, с тем, что сейчас происходит, ты выживешь? Скорее всего, нет, просто да. Тут имеет смысл это вначале эти если парни, эти карты, когда что? Все примерно равны, там, ну они не равны, то тут нет, если нет, это очень спортивно. Да. Слышишь, ты выживешь? Шел, смотри, я шел в милитари комплекс, меня не спасло вообще ни в одном. Ты жить будешь? Сейчас. Сейчас? Скорее всего, да. А если я потом тебе дам карточку, и ты еще опять три купишь, ты с пятью, ну, это будешь дефать, да, с душой? Да, ну да. Все. Значит, пока я, наверное... А, не, я, пожалуй, еще заинвещу. В смысле? В этом ходу он меня не сможет убить станетку. Дальше сможет. Ну все, будем дальше смотреть на обстоятельства. Исследуй сейчас классную тихую. И, ну, если ты вот эту вот херню снесешь, это будет просто изи для тебя, хочет, понимаешь? Он меня что хочет? Меня напасть хочет? Удачи. Ну, Вань, давай. Я все. Все? Да. Ладно, я тогда трачу. Так, здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, плюс... Плюс получается 4, 13, 2 действия по 7. Это... Мне же 7 стоит, да? Блин, 7 стоит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тоже 9, 13. Пусть. Ладно, будем тогда делать одного юнита дешевле. Хотя я все равно торговлю потеряю. Yep. Хотя нет, тогда уже лучше скину торговлю, все равно я потеряю. 1, 2, 3. И тогда произвожу, ну, короче, Рома, трех копейщиков произвожу. Трех копейщиков это как? Ну, три пехоты. Ну, хорошо, у тебя коммунизм, то есть у тебя плюс 4 в каждый город, да, так? Ну. В итоге у тебя 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Плюс 2 я закину. Нет, а, 2 закину. Ну, 15. 15. 15, а, 2 по 7. Окей. Копейщиков ты купил второго левела, да? То есть это от 2 до 4. 2-4. Три штуки. Так, копейщики 2-4. Блин, шава есть? Да, шава не принято. Ладно. Блин, надо доцепить тогда до дома. Можно в этом быть в мозге. Так и нет смысла, у меня дома уже шашлыки есть. Ну все, я закончил ход. Ты закончил. Так, начинаем. Я строю две казармы. Считаем, нужно 7 на каждую казарму. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще плюс 3, 10. Есть. Раз. Здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Есть. Бум. Так. Так, это две казармы построил. В фазе города я вещу вот это дело. Культура. Продвигаюсь на трек, да. Великого человека. Дай мне две карточки великого человека. Сейчас еще одного генерала, короче, просто ГГЛП. Нет, тебе повезло. Ну просто их всего 3, 2 уже взяты. Этот вниз, так, да? Великий человек сразу это... Какой человек? Это строитель, я понимаю, так. Угу. Строитель. Строитель на вылету, допустим, сюда. Или нет? Ну, сюда. Значит, еще надо на монетку больше. Сейчас, подожди, монетки на монетке. Так, строитель. Ну, тут. Так. Так. Фаза города здесь сделал. Так, что еще фаза города здесь сделал? Ну, что карта сбилась. Фаза города. Для меня еще одного хода не хватило. Такая обида. А город считается только центр. Центр города, когда считается там, что там от города. Или вот центр. Вся только центр? Я изучаю шел по парому двигателю и перемещаю этого товарища сюда. Ну как? Но он не ходит в этом ходу. Да. Так. Делаем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. А, стоп, куда я хожу, ёп. Ты еще вообще не походишь. Да, извиняюсь. Это просто фаза, то, что он не походил. Так, он стоял вот здесь или здесь, или здесь. Да, вот здесь стоял. А это фазе города. Надо зайти, да, слышишь? Зайдем города. Потом вкусных нектаринов. Но он в фазе похода не будет ходить. Хорошо, да, я в фазе похода и хожу. Все, я фазу города закончу. Ну, я был первым, так сейчас фаза похода начинается. Да, фаза похода. Да. Приплыл? Да. Не, ну ладно, все еще не так страшно, как могло быть. Не, так подожди. Он в этом ходу хотя бы меня не берет. Ты ходишь, в принципе, первый, да?
Нет, сейчас Рома. Сейчас Лешин поход. Ну, да, короче, ладно, я попытаюсь. Короче, ты входишь первый. С двумя карточками. С двумя карточками напасть все-таки на этих. Слишком долго. Напасть на варваров. Ага. Набирай. Вань, давай. Варвар. Ну, а у нас тут такие страсти, а Леша там воюет с варварами. Ну, если бы, блин, я дурак здесь сделал по-нормальному, тогда не просрал эту инвестицию, на следующую карту. Покажи карты. По дефолту уже. Все, до свидания. 2-3-2. Ну, что это за хрень постоянная? Ну, уже не так страшно, как было раньше. КГБ. Привет, 3. Не кавалерия, а пехота. Не, у тебя кавалерия третьего левела. Пехота? Это кавалерия. Синяя, да, это кавалерия. Хотя. Да. Давай. Даю. Клади. Давать? Даю. Это лучники 2. Вышли. А не козырь против... Против пехоты. Ну, тогда кавалеристами их убивают. Кавалериста 4. Убивает лучников 2. А кто там есть? Насаживающий. Убивается всадниками. 2 урона получается. 2 урона. Теряешь кавалерию. Почему? Ну, он сейчас добьет их гоблинами. Я снимай раны. Ты используешь свойства скотоводства и снимает раны. Да. И клади еще одну карточку. Подожди, я тут цель против кого? 3 пехота. Так нет, вообще-то, да, ты можешь. Умрет. Пехота 3. У тебя копеечка. Нет, но я использую опять же способность. Нет, стоп. Металл, у тебя должен быть металл. У тебя есть железо? Не карточка, которая дает железо. Ладно. Ну, умрет. Ну, хотя бы убиваю. Да. Значит, побеждает Леша. За счет кода ВО я еще получу. Да, монетку ложится на эту теху. И наконец-то с этими варварами я разобрался. Посмотрим, что я получаю. Блин, даже ядерное оружие против нее не поможет. Я не знаю, что с ним делать. Я так понимаю, что это 4 производства в любой момент, ну, время. Что вот это? Да, походу. А, да, это в любой момент может 4 промки себе закинуть. Что значит ядерный поможет? На изи поможет. Что? А что он сделает? Вот что ты с ним сделаешь ядерный поможет? Ну еще один город. Ну, он не может строить столько этих. Чего? Ты сольешь ему как минимум казарму и казарму вместе с чудом нахрен и со всем дерьмом. Главное, когда не в мою пользу, все следят за тем, что происходит. А то, что я купил себе за 9 производства копейщика вместо кавалериста, это вот все пропустили мимо это. Я думал, что это пехота. Я думал, что это пехота. Я купил за 9 производства пехоты. Так у меня было 2 уровня кавалерии. Зато как убить юнитов, все следят, чтобы все правильно. Не, ну обычно ж как это, за то, что там кто строит, что обычно. Ну, то, что я там не завестил, точнее, да, не завестил. Ладно, давайте не будем рефлексировать, следующий. Я походил, вроде. Походил, Ваня, давай походы. Перемещайся сюда, делай с ним что-нибудь. Чем он перемещается? Так это, я сдали буду тебя дефать. Чем? Если буду отдавать карточки и дефать сдали, что я еще могу сделать? Как бы он меня тоже насадит, возьмет, и что от этого толку будет? Тогда у вас вообще шанс. Ну. Все, поход, все. Ну мой поход 1-2. Стал на генерала, он пока не действует. И карточки его не работают. Да, и карточки твоя не работают. Все. Ходи. Бегай. Ну давай. Нападайте. 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 Спиннер и Хардстоун. Что еще надо? Так, что у тебя за чудеса? У тебя... Так, за это... Канал и... Пирамиды. Так, куда я сюда кавалерию уже заныкал, с которыми в живых осталось? 1, 2, 3, 4, 5. Блин, ты с ним кавалерию видит? 1, 2, 3, 4, 5. Кавалерию. Кавалерия. Нет, кавалерия. Кавалерия умерла, что ли? Нет, кавалерия умерла. Она вот тут лежала, и вот это уже вся. Кавалерия уже... А что умерла? Короче, да, что не хватает? Кавалерии? Кавалерия 4. Она, значит, двойки была. Ищи просто любую кавалерию двойку. Вот, кавалерия 4. Спасибо. Фу, вернулась. 1, 2, 3, 4.
Что это такое? Вот это ты, а, ты хочешь производство, короче, сюда. Насади тележки его. Получишь за это бонусы. Он ходит бонус. После меня в следующем ходу. Ну, Дима походил, да? Так, фаза походов у меня за... Закончилось. Все, исследование. Правильно? Правильное исследование. 1, 2, 3. Я готов. 1, 2, 3, кто готов? Я не готов. Или я уже. А, это. Да, уж все херово, Ванька. Сейчас. Херо, Ванька? Так, я готов. Поехали. 1, 2, 3. Давай. Раз, два, три. Мистика. Печатный пресс. Мистика. Я получаю 2 культуры. А я получаю мистику. Блин, все равно упадет город даже так. Че ты слышишь? А Дима, что ты в военной академии не тапнул? Нет. Удивительно. Просто удивительно. Класс. Короче, это идеальная для Вани сейчас ситуация. То есть, как бы, мне держаться, чтобы он пока выигрывал культурно. Не, ну хочешь, можешь просто проиграть, если ты хочешь. Понимаю. Просто для тебя очень классно сейчас получается ситуация в этом все. Это обидно, понимаешь, когда вот тебе просто не везет с соседом. Сиди я здесь с монетами и саппортить тебе в войне против Димы. Я бы тоже себя охренительно чувствовал, понимаешь? Да чувак, ну блин, у меня такая. Я выбрал такой путь, я же сейчас не могу типа взять и себе все в молотки перестроить и там на армию водить. Я переместил. Все, приплыл. Не повезло. Похоже, он хотел захватить маленький городок, но не это было. Не, на 2 пустой не пошел. Ну, 2 бы пошел армия объединением, а так сейчас не может это сделать. Только как бы, так тебе ж. А ты мог ТП-шь туда даже сюда? Или как? Ну, в смысле, на воду. Ладно, ну, давайте, остальное. Кто там уходит? Так, сейчас фаза старта передается. Ваня, твоя фаза старта, давай. Окей, ну и еще. Ну, коммунизм я все равно отменять не буду, надо строить, продолжать. Так, у меня не хватит. 2, 3, 4, 5. А, ну хватит. Какой демократии? 4, 5. Я же 2, 3, 4, 5. Плюс 9, а тут 2, 3, 6, 7, 4, 11. Фаза старта, Рома. Так, в фазе старта я получаю монету и ее сразу опять же инвещу. Нельзя тут тормозить вообще. Милитари комплекс, еще одна монета будет плюс 12, но можно, могу не дожить до этого момента. Так, странно, у меня две карточки. Полю. Коммунизм оставляю. Да, они там копируются, коммунизм оставляю. Все, я походил. Фаза старта, да, моя. Инвест. Есть что-нибудь полезное? Вот сюда. Не. Ну да, да, кстати. Ну. Да. А зачем это? Фаза старта. Бесплатное здание. Здание такое. Зачем мне это здание? Вот эти поубивал, вместо них строишь. Вот это. Фаза старта здесь. У меня техи нет. Фаза старта. Все. Так, я тоже инвестирую монетку в продукцию всех городов. Инфраструктуру, в общем. Плюс 1 было. И культуру за 100 хэнч получаю. Все. Ваня, твоя фаза старта. Нет, моя прошла. Прошла, ну тогда торговля считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сэкономим, то 13. 19, нет, не раз, мне туда мне. 14. Ваня, стоп, в торговле, давай мне карточку свою. Ребят, металлургия дает монетку или нет? Но металлургия по патчу дает монетку вместо железной дороги. Тема 13. Так, в итоге. Да, карточку. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 22, 27, 27, 28. Здрасте. А у тебя пшеницы ничего там нету, посмотри. А что у тебя и вторая дает? Пшеница у меня... Я могу любой ресурс, как любой. Что у тебя там в банках? Банк, я могу, промку, много промки получить. Что? Дай мне монетку за это. Какую монетку? Там же надо дать пацану монетку. Потом. Нет, я просто могу карточку как любой ресурс использовать и все. Почитай. Да, и монетку дать могу. Дашь? Так в смысле дашь монетку? Ну ты сейчас будешь дефать, стопудово же будешь вязать что-нибудь. Зачем? Я стены сейчас строю. Что мне там еще строить? Зачем мне сейчас вязать это? Ничего. Ну, блях, не знаю. Если ты кажется, что бесполезная стена, было полезнее построить эту самую. Что? Ну, короче, обработку металла? Нет, стены болезни. Ты мог бы любого его жирного на 5 добить. Фаза города.
И а этим... нет, чтобы убить, у меня вкусняк разный диск. Ладно, все, фаза города, давайте, Ваня. За железом. Или нет, Леша, твоя фаза города. Я с вами. Нет, Ваня. Ваня? Я последний, короче, тебе. Угу. Ожог. Так, короче, здесь 7. Здесь 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 7 и 8. Сразу себе возьму 15. Я не могу. Короче. Сидит фармит. Привыкаю, классическая целосвана. Ай, блин. 5 это типа на монетку. Пожалуй. А, ну и 5 еще возьму за тот город, правильно? Даже за какой город? Да вот этот. Я этими только. Я здесь взял ресурс, использовал на 7, здесь просто 8, здесь еще 5. Mm-hmm. Так, и теперь пойду здесь немножко по треку. Монет. Я обмениваю. Он... А, обмениваю. Так, мне надо слить. Так, вот я иду на один трек. Это 4 и 3 воды. Значит, вот 4 и 3 воды. Раз, два, три. У меня мистицизм, я выбираю из двух себе карты. Ой, это еще надолго, можно пойти погулять, пока он будет делать. Не жарко. Он сейчас будет просто кидает культуру, смотрит две карты, выбирает. А никто не будет проверять, что там? Не, он вот немножко смотрит тайне, выбирает одну из них. И одну скидываю сброс. Это можно быть. Да, дальше еще пошел. Кто-то сидит с культуркой. Так, теперь у меня великий хмырь, я должен скинуть еще... 5. Ну, в смысле, 4. И 3 там воды. И у меня жирная свинья банкир. Ну, ставь свой банкир. Очень толстый и жирный банкир. Очень толстый банкир. Так. Очень толстый банкир дает мне карточку. Леша, иди бей, Ваня. Я не знаю. Надо что-то делать с ним. Start of turn. Each time you invest a coin, build and unlock building in one of your cities for free. Нифига себе. Это... Я вам скажу. Имба. Ну да уж. Так. Арабом бы такого, это вообще. Сейчас надо... Сидишь такой, инвестируешь, продвигаешься по треку, строишь здание. Инвестируешь, продвигаешься по треку, строишь здание. Кому Ваня? Да. Еще одна монетка. Ну вот, еще одно здание себе построить. Так, здесь есть что с местом? Скоро, подожди. Так Ваня через два хода выигрывает, да? Нет, шо, понял, что? Да через два хода. Да воды столько не будет. В смысле не будет? Не будет столько воды. Так, ну, ладно. Вода. Жетоны давайте. Еще. Будет. Еще один мне жетон. И еще три воды. Может, раз, два, три. Он может получить себе просчет на 20 метров. Вот, беру две. Смотрю. Да все ему хватит. Он на следующую ходу по идее выигрывает. Даст ему торговлю. Если лестница будет еще человек выиграть. Просто ем борьбу, то будет имба на карточке. Да. Кстати, вот тяну, реально что-то херня на самом деле. Ну ладно. Как ему тут загадить можно? Сколько здесь молотков у него выходит в сумме? 8 или 7? В этом городе. 2, 4, 5, 6, 7. А, ну вообще он еще может добавить... Блин. Состав. Еще 3. Короче, типа делать вот это вот обезлесение вообще не вариант. Самому у него будет на армию купить. Это, короче, будет херня, поэтому... Бесполезно. Окей. Давайте еще сходим разок. Оп. Это минус 3 воды. Раз, два, три. Блин, надеюсь, сейчас хоть попадется что-нибудь. Да. Не отдыхать, говоришь? Я могу с ним поменяться. Кстати, я с ним поменяюсь техами, он у меня еще изучит бонусных тех. Например. Или дать ему 6 молоточков что-нибудь построить. Ну, хотя ему, наверное, нахрен не нужны эти 6 молоточков.
Возьму еще один обмен тогда. Так, вот у меня 4, на руке еще могу держать. 5. Раз, два, три, 4, 5. А, тут не все так просто. Здесь третьего левела тех. Ой, эта штука. Здесь уже надо слить 6 воды и 6 жетонов. Но, пожалуй, я на это пойду. 6 жетонов. И сколько воды? 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Да, уже третьего левела культура пошла. Все, расходимся. Я могу изучить третьего левела. Это неплохо. Причем вот этому пацану помочь. Я его могу бафнуть, просто сразу ему апнуть. Трех пьеза. Ну тогда давай. Я могу апнуть, либо просто ему дать карточку, и он может бесплатно себе 3 армии купить. Все даже будет лучше для пацана. Ну блин, если его так быстро нуться, то просто будет жестко этими техами. Лучше ему 2 карточки просто дать, пусть он веселится. Ваня. Ну ладно, возьмем ему 3 карточки дадим. Пусть закупится. Окей, Рома, твоя фаза города. Поехали. Моя фаза города. Ладно, давайте. У меня в этом городе. Нет, в этом городе у меня 2, 3, 5, 7, плюс 4. 11. 11. Слушай! Я строю здесь стены. Да ну! Все строительство есть, да? Да, у меня еще 4 промки остается, да? 4 промки. Сколько у тебя. Подожди, сколько у тебя армии всего? У меня сейчас 3 юнита. Если ты можешь купить еще, он тебя что-то побьет, ты еще построишь и будешь дефать как просто как свинина. Ты посмотрите, вы ходили, вы видите, да. Человек по культуре, он уже на третьем уровне. Здесь я тоже строю стены. И у меня ты здесь еще 4 лишние, сейчас я воспользуюсь. Я понимаю, что ты хочешь его столицу забрать, мне кажется, ты не заберешь. Нет, а вот человек с культурой... Тогда я говорю, он все что-то побеждает. Нет. Что нет, сколько тебе нужно? Тебе нужно 6 ходов сделать. 6 ходов на 5 это 30 типа воды, да, не хватает тебе. Почему? Ну, ты сделаешь его. Рома, ты можешь откинуть моих юнитов? Что значит откинуть? Ну, откинуть от клетки туда. Нет, не могу. Можешь. Ну, а ты можешь? А. Так, ладно, и... я не знаю. Нет, и все, я больше ничего не могу сделать. Моя фаза города, так? Казармы еще остались, так? Не, ладно, воспользуюсь пшеницей, короче. Пшеницу пользуюсь, чтобы увеличить промку, ну, допустим, в этом городе. И строю еще одного пехотинца. Дайте пехотинца еще. Ну, потому что, блин, карты сейчас просто мастер все максимум. Что без монеты? А, да, и монету даю. Монету я Леше даю. Леша, получай монету на карту цивилизации. Возьми себе одну монетку. А это что? Инвестиции? Не, обычную монетку. И положи на карту цивилизации. Ты можешь ее потратить как инвестицию. Ей, спасибо. Так, моя фаза города, да? Значит, здесь я строю казарму. Ну, то есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь уже хватает. Так. Это капец, а потом все апается в этом. Да. Значит, а стоп, а сколько у меня в принципе здесь комнаты? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это до того, как ты построил. У меня 9 плюс... Здесь 12, значит я могу за 5 что-то построить. За 5 что-то построить. За 5. Нет, не за 5. За 8. А, СТП. Значит, здесь у меня 5 промки остается лишних, так? Ну, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 плюс 3, 12. 12. Остается 5. Да. Значит, я дропаю. Ну, во-первых, дропаю до 21 за... Ну, плюс 2 промки. Не-не-не. А, это... Офигеть, он еще и монеты демократии. Так. А каким ты... Что ты каким городом сделал? Еще пока... Я только этим построил... Ну, то есть у меня еще... Сейчас 5 промки здесь. Так, мне нужно... Ты 2 казармы? Ой, ты просто казармы построил? Раз. Он построил казарму и, ну, инженерным делом сейчас строит еще что-то в этом же городе. А. Ну, это, наверное, говно, да? Надо что-то с этим делать. Правильно? Я здесь армию построю. За 4. А, ну это говно. Это отменить или нет?
Я не знаю, ну он типа меня в поле побьет тогда и еще больше моих убьет юнитов. Так он же тебя и так побьет, по сути. Нет, так я убегу так, что он не догонит меня. А так догонит? Типа? А так догонит. Ну отменю тогда, ладно. Отменяешь, хорошо. Вот. Тогда он и казарму свою отменил. В любой момент, вот. Он отменил казарму и чувачка. В любой момент я юзаю как этого. Как шпиона? Как синего и юзаю письменность. Юзаешь письменность, да? Отменение городского действия. А там шпион нарисован, да? Можешь как шпион? Да, шпион. Ага. Так, шпион, кинул. Так, тогда здесь у меня промки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Значит, я здесь строю. Раз, семь. Здесь раз, два, тебе даже надо пять, следующего, я с тобой поменяю. А, стоп, не тебе семь. Тебе просто таких получишь. Стоп. Здесь семь. Это, конечно, здорово, но только, 10. Скорее всего, это просто к твоей победе приведет, а не к моей. 10. Ну, чтобы жить. Я такой сателлит. Я такой город-государство, короче говоря. Вассал. Да, вассал. Я такой вассал, который кричит: убивайте моего господина быстрее. Сделайте с ним что-нибудь. 6 скидывают 3 кровли, это получается до 18. Блин, я даже Диме больше сочувствую, чем Ване. Я тут по столице, к его армии стоят, но я больше ненавижу моего вассала, который кормит меня армией. Это просто какое-то безумие. Так, здесь я использую 7, 10, 10. Я строю еще одну кавалерию. Ух ты. Что творят канадцы? То есть ты в этом городе построил, тоже тебя отменили, а да. В других построил две кавалерии. Да. Окей. Так. Ну, мой ход. Сейчас перейду по загородам еще. А что ты еще хочешь в городе? Блин, мне нужно вытащить правильно карту, чтобы засейвить тебя. Нет, ну сейчас он меня, по идее, не убьет. Сейчас не убьет. Не, ну, по идее, он пойдет как бы. Ну, этот город должен. Так смотри, плюс он даже не может двумя этими. Блин, а ты вы точно уверен, что такое правило какое-то очень жесткое? Оно просто делает жесткий минус-баланс в сторону войны. То есть, условно говоря, сейчас бы он просто выиграл, если бы напал тремя фишками. Но он так не может сделать, поэтому он... Ну да. Я хз, ну это жесткий дисбаланс. Ну, то есть... А почему жесткое? Ну смотри, условно говоря, типа, он должен потратить ход, чтобы, да, стакнуть фишки, чтобы вместе, ну, типа, напасть, ну, да, с большой рукой карт. Каким образом это в сторону войны прямо? А потом... Нет, а раньше мы как играли, что он может просто вот так тремя фишками сейчас зайти и сразу иметь на руке 7 карт и драться. А не так уже видно, что дисбаланс в сторону войны, так вы хотите еще и нападать. Так не, понимаешь, Рома сейчас держится... Нет, с точки зрения, как это вообще могло бы быть по-настоящему? То есть как можно сформировать большую армию из нескольких отрядов, да? То есть, ну, по-любому, на это нужно тратить какое-то время дополнительное. То есть там, чтобы собрать все силы, там, организовать их. Там, ты закончил? Да, я закончил. Блин, я это хозяин. Логично как бы, но не знаю, как точно в правилах это описано. То есть этот момент. Мой ход. Значит, здесь у меня 2, 4, надо чекнуть правила, 6, мне кажется, это 10, 14, 15, 16. Я использую 4 проекта. У тебя еще плюс 1 от твоего мира. Ну, это не важно. 20 и строю Лувр вместо Стоунхенджа. Так, Лувр вместо Стоунхенджа. Что Лувр дает? Дает 3 культуры в ход, а не... Да, он апнул Стоунхендж у себя. У меня печатных мест есть. Лувр можно только при печатном бросе. И на фазе старта я могу сбросить. Пока ты стартишь, так, тебе надо стартить. В этом городе. С другой стороны? Так, ну я походу хороший. И фазу походу валит свои. Будет баланс. Блин, нормально, мне нравится. Хороший раунд. Самое хорошо, что у Вани только одна фишечка. Он долго не может ходить. Да. Давай. А то он когда за Испанию играл, там было просто вот, полгода гулял. Все, нормально. Нужно один. Ладно, раз, два, три. Бежим оттуда во всех ног. Я тебя все равно догоню. Чем? У тебя пять. Раз, два, три, четыре. Ну и где ты догоняешь? Тебе не хватает. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше ты. Раз, два. Так я уже отошел. Он уже на следующем ходу. Не, ну так ладно, на следующем ходу ладно.
На следующем демпте такой. На следующем ходу. На следующем ходу все равно все уже проиграли, так что какая разница? Нет. Надо верить, надо верить, давай. Да не проиграли еще. Еще один ход продержите. Рома, твои походы. Да, я походил уже все. Окей. Они держались от этих, или как перенос на воде. Вот это было, по-моему, можно было бы выиграть. Или мне даже? Нет, это бы шарочка. Это же мечтание и... Я что-то не понимаю. Ваня, смотри, пошла жара. Жара пошла. А, он не дошел? Ну, не дошел до себя, но уже... Да пусть упадает. Изи. Так. Как он одной фишкой, интересно, будет драться против моих 6-7. Сразу можешь 7 использовать? Не, ну город может использовать 6 карточек. 5? 6. 5. Нет, 6. Город 6. Город 6, Дима. 2 карточки, 5. Да. Так что как бы 3 на 6 такое. Друже, ты знаешь, какая, что у меня вообще там такое? Ладно, хватит мерить своими армиями, лучше давайте. 1, 2, 3, 4, 5. Нападаю. О, отлично. Возьми, да. Ой, да, варвары. Сбей его просто хоть с одного большого еще. Я думаю, что у него там... Грит, сбей. Сбей большого, у которого будет каких-нибудь 6, и которого он еще похитит на 3. Грит, сбей. Сюда выходит. Так, сейчас, секунду. Я сверху хожу. Так оракул не используется, ты видишь, с варварами. Да, я же... Это же варвары. Рома, высни 3 карты. А что у него? А мне надо 2 штуки убить фишки. Пехотинцы. Я надеюсь, что они. И лучники. Лучники? У тебя все 3 апнуты. У него апнутые лучники. Лучники до 3. А кавалерия. Кавалерия 2, пехота 2. А что с тобой? Это лучники. Нет, вот это лучники. Сбезет так? Будет монеты собирать. А потому что через не всегда военку играть с бездней. Ну давай, лучники 2. Лучники 2. Значит, смотри, пикинеры 3, здесь 4, то есть пикинеры 4, убивают лучников 2, и я их скилю сразу по скотоводству. То есть здесь лежат пикинеры 4 хп, 4 атаки. Ну так ты клади их просто вот так. А, ну да. Ну, тут же положим, тут же вот так, можно против них класть. Нет, это пехотинцы. А, ну, я понял. Да. То есть сейчас там лежит 4. Ну, копейщики 2. Наносит 2 раны, положите на них. 2 раны, окей. Значит, у меня рыцари прокачаны, значит, кавалеристы 5. Угу. Без вариантов. Да. Пускай всадники 3. Вот. Ну и все, выиграл. Так. Не знаю, кто. Я получаю монетку за победу. Ну, скидывайте, это ты возвращаешь на руку, а это скинуть. Дим, можешь замешать там карты? Так. Спасибо. Так, получаю рез. Это великий чел. И я получаю, ну, я открываю 2 великих челов. Ой-ой-ой. Почему, будет за что? Да нету генерала, он уже орал. Эй, что тут поломали все? Был бы генерал, я бы уже... Ладно, вот этого вот. Вот этого вот мне дайте. Это... Ага. Философ или как-то? Не, это какой-то там... Письменник? Не, не письменник. Я его не буду выкладывать. Это... Это возвращаем обратно. Это вот эти. Да, гуманист. На. Бери свой гуманист. Гуманист. Нифиговый такой гуманист у нас тут завелся, ребят. Your city actions can be cancelled. In addition, you are immune to anarchy. Короче, у него ни анархии нет, и никто, и нельзя его отменять городские действия. Уклонцы. Почти. Великого человека. Ну ладно. У него не может быть анархии, нельзя отменять его городские действия. Зашибись. На уж. Я забыл, правда, вот эту свою карточку. Черт подери. Так, ну, этим походил. Так, значит, у меня остается... О, мне нужна твоя демократия. Раз, два, три. Твою демократию. Так, этот не ходил, да? А что вот сюда за... Ну, подай на город, давайте, погнали.
пирамиды. Да иди, давай, давай. Ну подойди. Да не стекай, давай. Раз, два, три, четыре. От меня себя две монетки убили. Ай-яй-яй. Чего? Лол. Так, у меня две монетки, три. А в чем смысл этого года? Я не знаю, он просто хочет, чтобы ты выиграл, вот и все. Четыре монетки. Понимаешь, чтобы игра поскорее закончилась. Он просто ходит тут, бегает. Ходит, бродит. Блин, Дима, ты что не понимаешь, что у тебя последний шанс выиграть был сейчас взять мою столицу? Ром, я ее не беру, к сожалению. Ну, значит, ты уже проиграл. Я тебе об этом говорить пытаюсь. Так, мой ход. Раз, два, три. А здесь нельзя останавливаться в городе. В городе нельзя останавливаться. Ты просто там и так можно? Да. Он, наверное, хочет сначала оценить целую фишку. Снять их все три. Фаза исследования начинается. Все, мы закончили. Фаза исследования. Да, фаза исследования. Я уже выбрал себя. Найс, ничего не следует. Я выбрал. Ты хоть... А ты ничего не грейдишь? Ну, буду что-то грейдить, но у меня же нету юнитов никаких. Не покупаю лучше теху. А. Так а что? А что мне не покупать? А что ты мне дашь? Ну я, да, давай не буду. Я могу с тобой два раза. Могу... Да, не буду покупать теху. Я могу с тобой два раза обменяться техами. Два раза вторыми? Ну, второй, короче, второй и первый. А почему второй? С индусом договариваешь? Индусом что-то говоришь, но индусом что-то выигрывает. Почему ты стоишь и... Так ты понимаешь, что у него под городом стоит уже товарищ? Мой. Так а что это исправил? Этот город? Что ему вот этот город? Ну, во-первых, он... Ну, я у него технологию, а я могу даже не с этого. Нет, он не отобьется. А я думаю, отобьется. Он может откинуться. Он может откинуться, но он не отобьется. Так вот, на спинку сутки. Ладно, все, давай. Да, он откинется к стеночке. Он... Все, открываемся, ребята, техники. Открывайте техники. Военная наука. Ну, это же да. Носинг. Так, мне три культуры. Я тоже ничего. Открыл сейлинг. Это мне даст... Ну, сейлинг... Как перевести сейлинг? Мореходство? Мореходство, да. Мореходство. То есть я теперь двигаюсь не на три клетки, а на четыре. Здрасте, здрасте. И могу через моря передвигаться. Ну что ж, на этом пока все. Буду стараться монтировать следующую серию как можно быстрее, но, как вы понимаете, вдохновение зависит от ваших отзывов, комментариев и лайков, потому что действительно с этой игрой работы очень-очень много. Тем не менее, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.